сосисками. Так, Карамель, ты ничего не хочешь мне сказать? Да чего я тебе должен сказать? Отстань, малявка. Ладно, даю тебе время до вечера, чтобы ты вспомнил, какой сегодня день. Не вспомнишь, значит, знаешь, что будет. Ничего не понял, что она сказала. Что я должен вспомнить, какой сегодня день? Ладно, спрошу Алисы. Алиса, какой сегодня день? Международный женский день. Что? Сегодня 8 марта? Ой, дырявая башка! Я же должен на мини был купить подарок! Ладно, пойду покупать. Надеюсь, успею. Так, ну что, приступим к выбору подарка. Может, тренер купить? Аминка, ты где? Каминчик, я здесь. Аминка, ты чего? Кирсич, Камиль. Стой, Аминка, не смей этого делать! Остановись-то, Бэби. Нет, Нерф я точно не буду брать. О, возьму я такого пупса. Прикольный пупс. Я думаю, ей понравится. Хотя... Ну что, малыши, знакомьтесь, у вас новый братчик. Его зовут Камиль. Бред какой-то, я не буду в это играть. Так, плохой малыш, сейчас мамочка тебя накажет. Будь хорошим мальчиком. Нет, 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 я его не буду брать. Будем учить новую команду. Первая команда называется «Голос». Когда я скажу «Голос», вы гавните. Гав-гав-гав! Что-то я не слышу. Амина, может, ты уже успокоишься? Из-за твоих гавканий у меня сейчас крыша поедет. Так, а ну не мешай нам учиться к новым командам. А теперь, мои хорошие, будем учиться петь. Не, собачку точно брать не буду. Ху, думаю, что я еще успел. Она сидит на диванчике, ждет меня. Аминка, поздравляю тебя с праздником! Ты что, вспомнил? Конечно, ведь сегодня твой праздник! Ура! Это же мои любимые сопкинсы! Как я их люблю! Спасибо тебе, Камиль! А как ты угадал? Я ж твой брат, я все знаю, что тебе нравится.
Ребята, напишите в комментариях, а вы когда-нибудь забывали о праздниках? Ставьте много-много лайков! Подписывайтесь на наш канал и на Инстаграм. Ссылочка будет в описании. Всем пока!